Под председательством главы региона Кумара Аксакалова в областном Акимате состоялась межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. На заседании были рассмотрены два вопроса – о проделанной работе по переходу деятельности местной полицейской службы на сервисную модель полиции, а также противодействие коррупции посредством проектного управления, реализация типового базового направления предупреждения и противодействия коррупции.